Проблемы с землей. Если учить место положения, можно поднять круглую сумму за это место. Главное, деньги точно нужны. Много их из этого сюда приезжало. Все заходили в этот дом, а потом исчезали. Где творятся чудеса? Чудеса? Я не верю в чудеса. Алло, Сань, не бойся, это Алина тебя разыгрывает. Надя. Надя Брусенко, мы с тобой вместе учились. А, Надя. Наконец-то вспомнила. Слушай, Сонька, я хочу пригласить тебя в кафешку. Ходить со мной и Алиной. А потом поехать на экскурсию в горы Эльбрус. В какую кафешку, какие горы? Все, забудь. Что значит забудь? Здравствуйте, прошу. Теперь к делу. Я прочитала всю вашу литературу. Я являюсь поклонницей вашего творчества. Вот тут про вас написали статью в журнале. Стены этого дома – это самое ценное воспоминание моей семьи. Алина Степановна, у меня есть идея. Осторожно, на острое. Продолжайте дальше, я вас слушаю. У меня есть идея в этом доме соорудить музей. Чтобы люди со всех стран, с Парижа, Китая, Венеции, могли бы приезжать сюда, и мы могли хранить память об этом доме, ну, можно сказать, на века. Прекрасная идея. Я мечтала давно о таком, только не знала, как это сделать. Я знаю. По самом деле, можно открыть музей? Угу. Вот удивительно. Я так и поняла, что вы риэлтор. Папа, я музейный работник. Сейчас, секундочку, сейчас. Нет, правда, не надо. Алина Степановна, мы открываем музей уже в следующем месяце. Для этого мне нужны законные основания. Дерзайте, но если вы что-то делаете не так, то есть в вашей жизни могут быть трудности, которые вы вряд ли готовы. А знаете, я не боюсь трудностей. Алина Степановна, вы не представляете, что я могу сделать. Я дойду до министерства. Мы сделаем музей мирового уровня. Что от меня требуется? Сущая формальность. Ну, прошу. Это прекрасно. Мы сделали все возможное. Это музей мира. Все, вот, подъем. Дом сам же постоит. Он испытает каждого, кто пытается использовать в корыстных целях. Новый
новый рекорд, короче. Она купилась и подписала доверенность на мое имя. Надежда приехала. Наташ, послушай. Со мной какая-то фигня происходит. Я не понимаю, как я здесь оказалась. О, со мной такая же фигня. Посыпает, а это все мое. Наташ, послушай, как я только что была в горах. Слушай, когда ты последний раз спала? Лучше подруга. Тут лет прошло, а она даже не знает. Вот я от тебя и уеду куда-нибудь. Ну вы что, полтергейст? Этот человек продает свою мечту. Она не знает истинную цену. Тут будет проходить федеральная трасса. Цена вырастает в 5-6 раз. Это не земля, это золото. Я в долгу не останусь. Только попробуй остаться, и порошок сотру. Кто здесь думает обо мне? Ну кто здесь думает обо мне? Я вернусь. Алло. Алло. Ты думаешь обо мне? Кто это? Соня, не тупи. Ха! Проблема? Видите ли, Соня, я вполне довольна своей жизнью. Кстати, так как этот документ простая, логическая, примитивная, но так в любом договоре можно найти пункт, который хочется удалить и не вспоминать о нем никогда. Ну да-да. Что же вам мешает жить? Мешает жить? Жизнь мешает. Пункт номер 7. Да, мне нужна земля, но имение нужен дом. Деньги именно за землю без дома. Так в чем же проблема? И плачу немалые деньги. Я буду с Наташей и буду разбираться с ней. Кого будешь звать на день рождения? Да, как обычно, наверное. Надеюсь, что Соня сможет. Вдруг она передумает. У нее есть что-то хорошее. Просто она забыла про это. Подождите! Но как мне закончить свои перемещения? Верните мне дом, он вернет вам покой. Подождите, я верну, готовьте перепланировку, я верну, обещаю, клянусь. Алло, Надя, ты не представляешь, кого я встретила? Не, это не Надя. Наташа? Да, Надя у моих людей. Отпусти ее. Я все в порядке. Я все сделаю.
присаживайся. Мы с тобой выходили хорошее дело, и теперь я его сделаю одна. Подписываю. Я не могу подписывать под дулом пистолета, мы же родственники. Тогда в договоре большая сумма, я сирота, подписываю. Может, сыграем? На что? Я сделала очень много количества ошибок. И обманула очень много людей. Я больше не буду ввязываться в эти авантюры. Проиграю, подпишу. Выиграю, ты оставишь меня в покое. Ты же проиграешь. А вдруг повезет? А пистолетник пока тут полежит. Я выиграла, а ты проиграла. Я тебе предупреждала. Ха, пистолет не пригодился. Ха, подписывай. Я перепишу доверенность на тебя, а ты сама подписывай. Ты счастлива? Алина Степановна, вы это заслужили. Спасибо.